собрания проводили неоднократно для того, чтобы согласовать и проект, и поменьше вырубка деревьев, чтобы у нас была, то ведь все хотим и парковку, и зеленую зону сохранить. Было несколько собраний, с жителями было все согласовано. В текущем году впервые так рано начали линейку ремонтов дворов по федеральной программе «Комфортная городская среда». Еще в середине марта месяца мы начали подготовительные работы к двум самым большим дворам.